time to play some more fucking Chernobyl light. And away we go. Oh man. Last episode, she got wild. But we saved Malachi. Didn't have him join my team though, because I don't know, he seems untrustworthy and he also seems just unreliable. It is now day 16 in episode 16 too. Alrighty. Я знаю, что ты там, мышонок. Ответь. Кто это? У меня есть вопрос получше. Кто ты? Что? Шучу, мышонок. Я шучу. Я знаю, кто ты. И знаю, что ты ищешь, ясно? Думаю, для начала этого хватит. Послушай, я хочу тебе кое-что показать. Кое-что очень важное. Но нам нужно встретиться лично. На словах не объяснишь. Это надо видеть. Я не знаю, кто ты, и я не полезу вслепую в очередную ловушку. Вслепую? Ну что ты? Наоборот. Я хочу, чтобы ты все увидел. Встречаемся в командном центре радара Дуга. Ты ведь знаешь, где это, верно? Радар Дуга? Да кто ты, блин, такой? Безумие какое-то. What the f... Слышал твой разговор. Что собираешься делать? Вероятно, встречусь с таинственным незнакомцем. Главная тайна этого незнакомца в том, почему он до сих пор не привязан к койке и не накачан галоперидолом. Думаю, он может что-то знать. Мне стоит рискнуть. Конечно. Он может что-то знать. А может, просто ждет, когда можно будет проломить тебе череп и съесть твою печенку на ужин. Не думаю, что это хорошая затея. Слишком похоже на ловушку. Я приехал сюда ради Татьяны, и сейчас не время осторожничать. Нужно попытаться ради нее. Слушай, тебе бы немного поумерить пыл да голову включить, а то долго ты не протянешь. Что бы я ни думал о таракане, без него я вряд ли смогу отыскать Татьяну. Ты уверен? Ты просто мчишься навстречу смерти, а этот чокнутый уже знает, где мы. Может, он сам или его шизанутые друзья прямо сейчас нас окружают. Здесь отличная точка для обороны. Мы сможем засесть тут и отстреливаться, если придется. Ценю твое стратегическое мышление, Оливер. Но я должен это сделать. Поехали. Well, already. Okay. Что это? What the hell was that? Нет. Нет, нет. Hell just happened. I don't know what just happened. What's happening?
Время. Что такое время, Игорь? Прямая линия? Стрела, выпущенная на заре творения и летящая в бесконечность? Универсальная константа, которую не изменить? Или что-то большее? Четвертое измерение, которое все-таки может меняться, замедляться, ускоряться, даже сжиматься, что-то, что может принимать форму космических струн, бесконечное, наполненное массой и энергией, искривляющее реальность и пространство, вечное. Давай, Игорь, измени прошлое. Руки вверх, так, чтобы я видел. Пароль. Ностальгия. У нас нет времени на игры, Оливер. Разве ты не видишь, что это я? Ладно, заходи. А если бы ты мог поменять любое свое решение? Означало бы это, что ты вернулся во времени назад? Или создал альтернативную вселенную? Это твой шанс изменить принятые решения. Шанс перекроить ткань пространственно-временной реальности. Шанс изменить последовательность событий. What the hell? So wait a minute, can I go back? Wait. So these are all memories. And I'm able to go back and change something if I wanted to. Yeah, that's when we saved Malachi. Ты нашел припасы, но кто-то другой добрался туда первым. Ты убил его и забрал все себе. Давай изменим хронологию, Игорь. Эй! Эй, не стреляй! Я безоружен! Руки подними, чтобы я видел. Я так понимаю, ты и есть предатель, которого все так активно ищут. Что? С чего ты взял? Я не предатель! Я даже в НАР никогда не работал. Не буду врать. Звучит не слишком убедительно. Эти уроды реально хотят тебя найти. По радиосвязи только о тебе и говорят. Ну ладно, ладно. Я торговал с некоторыми из них иногда. Но эти придурки, они не врубаются в то, как торговать надо. Хотели меня обобрать, ну и... И что? Ну, сначала они, потом я, и пошло-поехало. Ну, сам знаешь, как оно бывает. Короче, я у них позаимствовал пару ништячков, чтобы восстановить справедливость. Само собой, им не хотелось, чтобы начальство узнало об их торговле налево. Вот они и подняли вой про предателя. Любопытно. Ага. Но и близко не так любопытно, как ты, мой друг. Ты в зоне недавно, так? Остановился у Михаила на складе. Интересно, что ты задумал. Откуда ты это узнал? Мне нужно идти. Они, наверное, за меня переживать начали. Кто это они? Прости, не могу сказать. А теперь в сторону. Я ухожу. Прости, но я в твою историю не верю. Почему ты просто не скажешь мне, кто ты? И, кстати, дай-ка мне быстренько взглянуть на твои вещи, раз уж мы здесь. Кто я? Это не твое собачье дело. Я ни хрена тебе не буду показывать. Ситуация сложилась непростая. Может, ты просто воришка, а может, ты шпион. Я не могу так просто тебя... Да.
Oh, I'm Chernobyl late, damn it. Ты нашел припасы, но кто-то другой добрался туда первым. Ты убил его и забрал... Heck is this? It's my room. So it's like changing a new reality, like to another reality, like what the hell? I'm so confused. That shit was gnarly. So we like basically just change reality. Like get when we go in there we're able to change reality or something. I don't know. Hello? Я знаю, что ты там, мышонок. Ответь. У меня есть вопрос получше. Что? Шучу, оттуда. Есть разговор. Конечно. Говори. Это насчет моей мамы. Точнее, насчет того, что она... Я не рассказывала тебе об этом раньше. Не знала, могу ли я тебе доверять. Мне кажется, я знаю, почему они забрали мою маму. Она была опасна для Нар. Это не было случайностью. Она кое-что видела, даже сфотографировала. Когда Нар только появились здесь, они притворялись друзьями. Предложили бесплатный медосмотр нескольким самоселам. Да, конечно, это... Yeah, you already told us this. Did we already talk? Она была в их лаборатории. Они проводили... А вскоре после этого люди начали пропа... Да, фотографии до сих пор у тебя? Нет, мама всегда... У тебя есть другие доказательства, мамин? Нет, но я не представляю, зачем ей врать. Мама была готова пожертвовать всем ради других. Она так мечтала помочь тем, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы. Mm-hmm. Она поплатилась жизнью за свое доброе сердце. И теперь мне нужно выяснить, что произошло, и добиться справедливости. Я понимаю тебя, правда. Похоже, она была потрясающей женщиной. Как я могу помочь? Я знаю, что он там наверняка, если она... Будет не... We've already talked to you about that stuff. Слышал твой разговор. Yeah. Главное, а может, не ду... We spoke as well. Я приехал, и сейчас... Слушай. Чтобы я не... Ты уверен? Может, он здесь? Сыню. Принято, носорог один. What? Действуйте согласно приказу. Все чисто, прием. Пытаешься сойти за своего? Опасную игру ты затеял, Оливер. Я знаю, что делаю. Хитро. Надо использовать любую возможность обыграть Нар. Согласен. Я не умею. Я узнал, может, это... Маловероятно. Мыслим. Я знаю, где... Talk to you about this stuff too. Без... Игорь, what? Есть минутка. Слышал, ты разговаривал с нашей волчицей. Я не хочу, чтобы ты шел на площадь Ленина. Не думаю, что ты готов. Кто знает, с чем ты там столкнешься. А мне кажется, я доказал, что могу о себе позаботиться. Ты умеешь использовать энергию Чернобылита. Мне приходилось рисковать с самого начала. По-другому тут никак. Восхищаюсь твоим упорством. Но я уже встречал парней вроде тебя. Они не останавливаются, пока не умрут. Okay, we done? Man.
All right, what is... These people messed up right now, man. I guess we'll, I think I'll go get this medicine drop. She could go get that one. Oliver could just stay at the base. We'll do that. And then we'll do one of the main missions in the next episode. That shit was gnarly. I don't know what the heck happened there, man. Things just been gnarly, and then they just kept talking. That dude literally was telling me stuff that he already told me before. That's why I was a little confused why he was telling me stuff he's already told me. Same with her too. She was telling me about the mission. And her mother or whatever. So yeah. Why am I here, man, dude? What is that? Well, let's see, get a move on out here. Or look at that. Oh, well, customize the AK. Or not. Go. Let's get moving. Just had to build some stuff real quick. Yeah, I was scratching my face, man. What was that? Oh dear. It's like a little side mission thing over here. Check out real quick. Man.
Что? Тебе никогда ее не найти. Уходи отсюда. What was that? Heck, what was that? I'm gone. Let's not go towards the airdrops right there, and the gas is coming. Let's go see what this little side mission over here is. Oh. Hey! Еще один замечательный покупатель! Хочешь заключить лучшую сделку в своей жизни? Не страшно здесь торговать? Уж я-то знаю, что делаю, милостивый государь! Торгую тут со времен развала СССР! Кроме того, кто не рискует, тот не пьет шампанского! Похоже, ты много где побывал. Оу, большой базар в Тегеране, европейская ярмарка в Варшаве, площадь Таксим в Стамбуле. Где я только не был, дружище, чего я только не видел. Не сомневаюсь, но должен спросить, как безлюдная Припять может сравниться с такими яркими местами? Если есть спрос, я обеспечу предложение. Я атлант, расправивший плечи. У меня Путин, Трамп и Гейтс на быстром наборе. Смотри. Правда? Стив Джобс? А? Да, он тоже. Конечно. Ну да ладно, деньги правят миром, но бартер меня тоже устроит. Хочешь поторговать? What the fuck? Удачи с твоей империей, Атлас. Спасибо, но удача мне ни к чему. Let's see, what do we got around here? The hell? Oh shit, man. Another little side mission thing over here. Let's go check it out. And then we'll go back to the base. And probably end this episode. Here we go. Get radiation. I'll take that, definitely. Just got a bunch of shotgun shells. I have no idea what else is over here. What am I hearing? Спокойно, я просто ищу запчасти. Что? Говори громче!
Я просто ищу запчасти. Да не ори ты! Здесь опасно. Почему опасно? Что за вопрос? Из-за НКВД, конечно. НКВД? Тайная советская полиция? Эти уроды тут шастают, вынюхивают что-то. Раскулачили мою невестку, а у нее всего-то две коровы было. Две сраных коровы, мать твою. НКВД больше нет. О них можно не беспокоиться. Да-да, ежов тот еще говнюк. Никому от его прихвостней покоя нет. Даже героям войны, вроде меня. Боже. Что? Говори громче, парень. У меня ж со слухом плохо. Контузия. Фриц гранату в бункер закинул. У тебя есть что-нибудь на обмен? Может, запчасти какие? А что ты раньше не спросил? Конечно, есть. Могу тебе немного хлама на патроны поменять. Мне нужно быть готовым, если НКВД вдруг вернется. Тебе удалось найти что-нибудь ценное? Взгляни, сынок. Give one guess and one per... No, thank you. Я хочу обменять патроны на металлолом. До встречи. Alright, dude. See you later. Yeah, it looks like radiation is gonna be over here, so. No, what did I just do? I just healed. I guess I did need to heal, though. Alright, well. I would say it's time to go back to base. So. Let's see if that chick was, you know, successful with that mission. We're back. And boom, she made it too. Hell yeah. Time to distribute some food. Yeah, we need food. Well, damn. Definitely need some food. That gives you 10? Well, shit, dude. There's one more.
Okay, I got plenty of ammo for this thing now. Привет, Игорь. Как дела? Да неплохо. А ты как? Не жалеешь, что присоединился к нашему отряду самоубийц? Да брось. Я всю жизнь так живу. После смерти Антона. У меня теперь личные счеты. Надеюсь, ты потом об этом не пожалеешь. Тени, Нар, Чернобылит. Попробуй со всем этим разберись. Я как-то встретил юного пирата. Совсем еще мальчишку. Мы с отрядом тогда пытались отбить круизный лайнер у побережья Сомали. Товарищи этого парнишки посадили его на цепь у пулемета, чтобы он не смог сбежать. И сказали ему стрелять во всех, кто попытается подняться на корабль. Он был так напуган, когда увидел нас, что просто застыл. Цепь была слишком толстой, чтобы ее разрезать. Поэтому мы не знали, что с ним делать. Оставлять его у пулемета было не вариант. Можно было его вырубить, конечно. Но прикладом в голову и убить недолго. Так что мне оставалось только одно. Я разрядил его оружие и сломал парню пальцы. На обеих руках. На всякий случай. После задания мы забрали его в Канаду. Трюдо нашел ему хорошую приемную семью. Я понимаю, что ты чувствуешь ответственность за эту миссию, Игорь. Но я тоже заинтересован в ее успехе. Поверь мне, я готов на все, чтобы довести дело до конца. На все. Well, there we go. I'm gonna go ahead and finish this episode now. So I hope you enjoyed watching. That will be the end of this episode. Next one we'll either do a main mission, unless we get a mission to go get some rations. I'm gonna go do that then. Because we need rations. Pretty bad. We're starting to run pretty low on rations. So, hope you enjoyed watching. That's the end of episode 16. Stay tuned for more to come.